Впервые в Твери проходит выставка-продажа обуви и ивановского трикотажа. Здесь можно купить качественное постельное белье из натурального хлопка, подушки с разными наполнителями и термобелье. Подробности прямо сейчас. Финское постельное белье – главная составляющая ярмарки. Оно имеет натуральный состав, поэтому гипоаллергенно и не линяет. Финское постельное белье, оно произведено в город Иваново по финским технологиям из натурального сырья, 100% хлопок. На ярмарке представлено не только постельное белье, но и подушки разных размеров и с различными наполнителями. Верблюжья шерсть, лебяжий пух, шелк и морские водоросли. Кроме того, здесь можно найти термобелье от различных производителей. Представлен ивановский трикотаж, термобелье. Из мужских вариантов на данный момент есть турецкое, наше российское производство, Владимирская область. Помимо текстиля, на выставке можно приобрести качественную обувь от белорусских и российских производителей из кожи и эко-кожи. Многие покупатели уже оценили качество товара. Очень удобная колодка, широкая, на косточки не давит, да и красивые, на мой вкус. Выставка продажи обуви ивановского трикотажа будет работать в Твери по 7 февраля в ДК «Затверецкий» по адресу улица Академика Туполева, дом 105.